Уважаемые друзья, у меня в руках RodPod от немецкой компании MAD. Модель называется Defender. Я вам сейчас вкратце расскажу про его технические характеристики и функционал. Сам RodPod весит всего лишь 2 килограмма. Он очень легкий, компактный, помещается в такую небольшую сумку. Передняя перекладина по длине у него 35 сантиметров, задняя 40. Регулировка по длине до 110 сантиметров. Так он раздвигается. RodPod на 4 ногах, он очень устойчивый. Можно использовать как для ловли на мостках деревянных, так и для ловли на земле. Также у данного RodPod есть регулировка системы крепления бузбаров. Тоже по длине их можно регулировать. С одной стороны можно отрегулировать для более четкой расстановки удилищ. Можно с другой стороны. Для того, чтобы опустить удилище вниз, достаточно эту часть перекладины поднять вверх ножки. Ножки, кстати, раздвигаются 30-45 сантиметров. Но в таком положении удилища будут наклонены у вас вниз. Также можно использовать данный RodPod для ловли на земле в качестве стоек. Для этого нужно открутить ножки RodPod и вкрутить их в перекладину. В таком положении можно воткнуть его в землю. Ножки острые, и здесь по необходимости можно отрегулировать их высоту. И эту часть, соответственно, нужно сделать то же самое. На перекладине вместе крепления сигнализаторов или задников есть резьба. То есть можно подтянуть для более ровной их установки. Это был краткий обзор RodPod MAD Defender.